Реконструкция автомобильной дороги по улице Авиаторов начнется в этом году и завершится в соответствии с планом в 2020. В общей сложности на эти цели потребуется порядка 90 миллионов рублей. Работы по реконструкции автодороги запланированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Приведение автодороги по улице Авиаторов в нормативное состояние будет проходить поэтапно. В рамках первого планируется реконструировать участок проезжей части от здания, где располагается санэпидемстанция, до новой автомобильной дороги по улице Российская. Реконструкция коснется освещения. Здесь его, видим, нету. Реконструкция коснется устройства остановок, устройства тротуаров и замены покрытия на новое. Второй этап почему не предусмотрен? Потому что на сегодняшний день улица Авиаторов должна примыкать к улице Смедовича. Для того, чтобы она примыкала, необходимо снести, как мы видим, вот несколько жилых домов, которые на сегодняшний день еще не расселены. Улица Авиаторов небезопасна в первую очередь для пешеходов. Там, где нет тротуаров, люди вынуждены идти рядом с дорогой, а то и вовсе выходят на проезжую часть. На необходимость приведения автомобильной дороги в нормативное состояние неоднократно обращали внимание сотрудники госавтоинспекции. В прошлом году у нас сильно повысилась аварийность, было несколько случаев. Значит, в районе улицы Швецова сбивали и пешеходов, и аварийность там повышена. На сегодняшний день мы этой реконструкцией пытаемся уйти от потенциально аварийно опасных участков. В рамках первого этапа реконструкции работы будут финансироваться из двух источников. 99% расходов возьмет на себя округ, оставшийся 1% – городской бюджет. В ближайшее время администрация региона выделит мэрии Нарьян-Мара 50 миллионов рублей на начало работ. Напомню, всего на реконструкцию автодороги по улице Авиаторов планируется потратить 90 миллионов рублей. Ирина Никешина, Леонид Шишилов, телеканал «Север».